So I'm looking forward to not having anything to do for a while. That's going to be a great pleasure for me. I think another thing I'm looking forward to is not having to eat my meals out of packets, not having to drink my drinks out of bags with a straw. I'll be able to eat meals off a plate and drink coffee out of a cup. I think that's going to be a kind of a fun feeling too. The training program that you put through ahead of the flight is extremely important, and it has to be thorough, and you have to spend a lot of time working with the crew that you're going to fly with before the flight so that you can get to know them and you can start to build a relationship before you fly. I think that's really very critical when we've got members of the crews that are coming from such diverse backgrounds as we do in this case and as we will in the days of the International Space Station. Ну все, искусственный спутник родился. Такими тяжелыми предметами наверху еще никто не работал. Врачу, успокойся. Да, действительно. Четыре с лишним месяца. Локоть о локоть, плечо о плечо мы работали вместе на нашей матушке старушке станции. И я должен сказать, что мы прониклись глубоким уважением друг к другу. Энди стал настоящим членом нашего экипажа, хотя вначале, в общем-то, были какие-то сомнения. Вы помните, и ваш брат, журналист, высказывал очень большие сомнения по этому поводу. Но несмотря ни на что, наш экипаж, вот я, Коля Бударин и Эндрю Томас, так сработались. И, в общем-то, сейчас очень тяжело будет расставаться даже. Правильно я говорю, Эндрю? Да, правда. Я хочу сказать спасибо за вашу помощь во время полета. У меня было очень хорошее время на станции Мир, потому что я мог летать с Талгатом и Николаем. Очень настоящие люди. Спасибо. Спасибо, Андрей.